Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопижано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванчакалпатару Васчаки Пасинду Бевача Патитананг Павани Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунглан Хайтагирим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кесвасвача Кришна Бхакти Пади Деви Сатва Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Анкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Баттрашва Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагодбарану Дхейям Сада Парихавагна Бхавиштадухам Тетас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Витаттвихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарана Равиндам Джатпада Паллавана Качанда Маничатая Биспуриджита Камепигабаду Шадарши Пурнан Рагра Сасагра Сармурти Сарадика Майкада Кишам Каруси Сри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Сри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужо Канака Бодато Санкиртаной Капитаро Камала Шатакшо Вишамбару Дижабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякаро Каруна Бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивва Рупам Муктим Ча Муктим Ча Дадаси Ниттам Бхавану Рупенна Садханаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Баги саджасва бадане Лакшми джасва ча бхакшаси Джасья сидве самбид Твам нишингам ахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нидрая хият
Ayatanaktam Vyabayena Chavabhaya Divacha Arthaya Rajan Kutumba Bharaninava Nidraya Hriyatanaktam Vyabayena Chavabhaya Divacha Arthaya Rajan Kutumba Bharaninava Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, куда мы отправимся после того, как оставим это тело. Что будет с нами? Необходимо найти ответы на эти вопросы, пока мы живы, пока мы находимся в этом теле. Сейчас необходимо найти ответы на эти вопросы. В противном случае наша жизнь окажется бессмысленной. В Бхагаватам сказано, что если вы не задаетесь вопросами, если вы не пытаетесь найти ответы на вопросы «Кто вы?», «Кто я?», «Каково мое взаимоотношение с этим миром?», «Есть ли что-то после смерти?», об этом говорится в Шримад Бхагаватам, в Веданте, в словах Атата Брахма Джигьяса. В Бхагаватам сказано Дживасия Татва Вига. А в читании Чаритамрити вопрошается «Ке ами?». Этот вопрос задает Санатан Госвами Махапрабху. Кто я такой? Кто я? Почему меня окружает майя? Почему на меня влияют тригуны материальной природы? Адиатмика, адибаутика, адидайвика. Когда живое существо рождается в этом мире, он попадает под контроль тройственных страданий этого мира. Постоянное неудовлетворение внутри, нет умиротворения, то есть я не вижу покоя. Это адиатмика. Адибаутика нам причиняет боль окружающая среда, окружающие люди. Адидайвика — это природное бедствие, то есть страдания, которые приносит нам природа. Можно спать, и в это время ураган или упадет здание, что-то подобное. То есть очень опасно на самом деле. Человек может спать, и какое-то природное бедствие может легко унести его жизнь. Итак, в этом мире неизбежны три вида страданий. Никто не может избежать их. То же самое сказано в Веданте, Атхата Брахма. After watching the unstable condition of this material world,
увидев плачевное состояние этого мира, увидев, к чему приводит наслаждение, если у нас появится осмысление, у нас возникнет вопрос. Адхата Брахма, есть ли это такая истина, есть ли то, что контролирует бесчисленные миры, есть ли тот, кто управляет всем? Но пока этого с нами не произойдет, мы будем наслаждаться Майей. А в Бхагаватам сказано, что пока джива не начнет задаваться вопросами, такими как «Кто я?», «Откуда я пришел?» и «Куда я отправлюсь после смерти?». Это очень важные вопросы, без ответа на которые невозможно разрешить проблемы этой жизни, и жизнь увенчается успехом. Вчера я говорил о Гуру Татве. Я рассказывал о Бхатма Прадаршака Гуру, который указывает нам истинный путь. После Бхатма Прадаршака Гуру мы встречаемся с Дикша Гуру, принимаем Дикша Гуру. И по благословению Дикша-гуру мы принимаем Шикша-гуру. Если вы приняли посвящение Дикша-гуру, вы осознаете, что есть Бхагаван, каковы ваши отношения с этим миром, как сказано в Киртане. Самбанда джанья. Вначале мы обретаем самбандху. Я рассказывал вчера и о баджанакрии, и о саднабхакти. Порой случается так, что Шикша-гуру и Дикша-гуру. Дикша-гуру и Шикша-гуру — это одно и то же лицо, один тот же вайшнав. Так было в моем случае. Он был для меня и саньяса-гуру. Порой это разные личности. Допустим, вы получаете дикшу, а затем ваш духовный учитель являет лилу болезни, и тогда вы просите разрешения у своего дикша-гуру обратиться за наставлениями к другому вайшнаву. Но нужно пойти именно к такому вайшнаву, бхава которого такая же, как бхава вашего гуру. Это очень важный момент. Еще более важный момент. Обладает ли он почтением к моему дикша-гуру? Если он не уважает его, я не должен принимать его как своего шикша-гуру. На каком бы уровне он ни находился? Потому что то, чему нас учит шикша-гуру, должно соответствовать тому, чему нас учит дикша-гуру. Потому что он своими наставлениями должен вдохновлять меня служить моему дикша-гуру. А если я забуду о своем дикша-гуру, все будет бесполезно. В читании Чаритамриты, несмотря на то, что в читании Чаритамриты сказано, что
прославление Дикша-гуру, Шикша-гуру, это одно и то же. То есть Баладжи Махарадж проявился как Дикша-гуру, как Шикша-гуру. Поэтому они едины. Тем не менее, если перед вами предстанет вся Гуру Варга, и Шикша Гуру, и Дикша Гуру, когда вы должны прежде всего предложить поклоны своему Дикша Гуру. Даже если Прабхупад будет присутствовать в собрании этих вайшнавов, прежде всего, так как я обрел Самбандха Гьяну от моего Гурупада Падмы, от моего Дикша Гуру, я должен предложить поклоны именно ему. А затем предложить поклоны остальным вайшнавам, остальным своим гуру. В Читан-чиртамрите также сказано, когда преданные прежде предлагали поклоны Гауранге, а уже во вторую очередь Нитянанде, их поправляли, говорили, что это неправильно. Вначале нужно кланяться гуру Нитянанде Прабу. Итак, Вартма Прадашка Гуру указывает мне на истинный путь. Он показывает мне верное направление. Whatever I am learning from Diksha Guru and Siksha Guru, another Guru is there. Another Guru is there. You have no information about that. Существует еще один вид гуру, о котором мы, возможно, не знаем, но он описан в Читане Чаритамрите. Guru anto jami rupi sikhaya. Very important. So remember this one. Если Кришна проливает на кого-то милость, он делает это через гуру и через антарьями чайтья гуру. Then Krishna going to bestow kipa through guru and antarjami inside is chaitya guru. В нашем сердце, находится чайтья гуру, и через него Кришна проливает на нас милость. Krishna usually not giving kipa directly. Как правило, он не дарует милость напрямую. So antaryami, that guru antaryami rupe sikhaya. Guru antaryami means he can know past, present and future, infinity past. Antaryami guru знает прошлое, настоящее и будущее. You know, you have experience about your past, you know. Знает ваше прошлое, настоящее и ваше будущее. Возможно, вы думаете, что вы знаете также свое прошлое, но что там было в детстве. Но Антарьями Гуру знает вас с незапамятных времен. Он знает абсолютно все, что было с вами в далеком прошлом. Его функция очень важна. Он дает нам вдохновение. Иногда мы можем наблюдать, что порой у нас, нам хочется что-то сделать. Это чайтья гуру вселяет в нас вдохновение. Если чайтья гуру недоволен нами, никак не достигнуть успеха, даже если вы получили дикшу и обрели шикша-гуру. Потому что все знание достигает,
то есть возможно осознать благодаря Чайтья Гуру. Поэтому нам необходима милость Чайтья Гуру. Мы повторяем Аник, Гайтри. Там есть слова Прачодая. И как раз эти слова направлены на Чайтья Гуру. То есть функция Чайтья Гуру — вдохновлять нас так, чтобы мы продолжали движение по духовному пути. А Шикша Гуру обучает нас, как совершать баджан. Точно так же мы не должны, нельзя принимать своим гуру такого вайшнава, который не почитает моего дикша-гуру. И Гурудев должен одобрить. Если мы принимаем такого шикша-гуру, который занимает нас служение себе, он не прославляет нашего дикша-гуру, а просто занимает нас служение себе. Он, его нельзя назвать подлинным. Но речь идет о том случае, когда дикша-гуру Парамахамса, совершенный гуру. Но бывают и такие ситуации, когда дикша-гуру еще не достиг высшей степени, он находится на уровне мадхьяма или ниже. Если в таком случае по благословению своего дикша-гуру я отправлюсь к вайшнаву, который обладает почтением к моему дикша-гуру, я в соответствии с Бхагавата-парампарой, системой Бхагавата-парампары, я обрету единение со всем парампарой. То есть, когда мой гуру Падма уходит, я должен обратить внимание на то, кто, кого любил мой гуру Падма, и отправиться к этому вайшнаву. Допустим, вы не можете, допустим, вы не допустим, вы еще не достигли зрелости, здесь не обрели осознаний, а ваш гуру ушел из этого мира. В таком случае вам нужно найти такого вайшнава, который уже достиг совершенства и в то же время почитает моего гуру Пада Падму. В таком случае, благодаря процессу Бхагавата Парампары, мы сможем соединиться с абсолютной истиной. То есть гуру Парампара тут, этот процесс гуру Парампары неприменим в таком случае. И Прабхупада объясняет, что много-много этому доказательств, что Прабхупад говорит, что порой дикша парампара, гуру парампара не прерывается, соответственно, не совсем практично, не совсем применимо. Например, кто-то из представителей моей гуру Варги, великий вайшнав, а затем он уходит и наступает пробел. Промежуток. И Прабхупад говорит, что мантра парампара порой прерывается, но Бхагавата парампара в таком случае вступает в силу. Что мы получаем благодаря мантре, мантра парампаре? Какова наша цель? Мы хотим установиться в Бхагавата-дхарме благодаря мантре, через мантра парампару. То есть наша цель — это Бхагавата-дхарма. Мы хотим научиться, как
любить Бхагавана и научиться служить Бхагавану. Так вот, если вы достигнете этого с помощью Бхагавата Парампары, что в этом плохого? Как в этом киртане, мы перечисляем всю нашу гуру Парампару. После Рупы Госвами и Сенатны Госвами, следующее имя Наротам Дастакур. Там нет имени Шринивасы Ачарьи, к примеру. Почему следующим упоминается именно Наротам Дастакур? Потому что он сам Нитянанда. То есть он представляет Нитянанду. То есть почему не упоминается Шьямананда в этом киртане? Потому что он один из этой группы упоминается Наротам Дастакур, и тем самым имеется, подразумеваются все остальные. Я много раз говорил о том, что не так просто получить милость Кришны. Из шастры мы также много раз слышали. Эти слова. Кришна Бара Дая Мой. Если Кришна Дая Мой, если он милостив, но при этом мы не видим, что он не так-то уж просто раздает эту милость, как же можно его таким образом назвать, если он не дает ее легко? В Рай Рамананде Самват содержится ответ на это. Если какой-то глупец требует от Кришны денег, Кришна говорит в Гите, что я награждаю свою, человека в соответствии с тем, как он служит мне. Кришна очень разумен. Он всегда хочет отплатить за ваше служение. Потому что давать бхакти он предпочитает в самый последний момент. Ведь если он наградит кого-то бхакти, он автоматически подходит под контроль этого преданного, потому что бхакти управляет Бхагаваном. Таким образом, в соответствии с нашим настроением служения, Бхагаван отплачивает нам. Но он не может, ему нечем отплатить, когда мы служим в настроении, если в настроении Браджаваси. Потому что за служение Браджаваси Кришне нечем отплатить. Он никогда не сможет отплатить за нее. Таким образом, лишь преданный Враджа служит Кришне таким образом, что Кришне нечем отплатить. Поэтому он и говорит, что я навеки в долгу, я навеки благодарен вам. Так вот, в Чайтанья-чаритамрите пишется, что если кто-то требует у Кришны денег, богатств, Кришна
Господь говорит, что за глупец? Он просит у меня деньги. Зачем я буду давать ему это? Зачем я буду давать ему их? Лучше я дам ему амриту, нектар со своих лотосных стоп. И заставлю тем самым забыть его о такой ерунде. И казалось бы, мы не можем примирить два этих утверждения. С одной стороны, говорится, что Кришна очень разумен и никому не дает бхакти так просто. А если и дает, то вначале он устраивает огромные проверки. Когда вы идете покупать глиняные горшки, есть правило, как проверить их. Нужно постучать палочкой по горшку. Если там есть трещина, то звук будет отличаться от цельного горшка. Соответственно, мы выбираем тот, который целый. Точно так же проверяет Кришна. До самого последнего момента он будет проверять нас. И каждый раз вы будете ощущать, что вы проваливаете эти проверки. Но когда вы все-таки сдадите экзамен, устроенный Кришной, Кришна скажет, теперь ты готов прийти ко мне. И Кришна в Читанчаритамрите говорит, зачем я обладаю вигьяной, я знаю, что нужно делать, а чего делать не следует. Зачем же я буду наделять этого глупца бесполезными вещами? Лучше я сделаю так, чтобы он почувствовал влечение к моей сварупе, к моим играм через харикатху, гуру и вайшнавов. Для чего я буду давать ему деньги? Они в конце концов еще больше свяжут его в материальном мире. Лучше я дам ему нектар со своих лотосных стоп. И тогда он забудет все свои материальные желания. Так как же примирить два эти утверждения? С одной стороны, говорится, что Кришна не дает так легко бхакти, а с другой стороны, говорится, что он, наоборот, хочет всем даровать бхакти. Прабхупад отвечает, это очень хороший вопрос. Правда, что прежде всего Кришна наблюдает за сердцем преданного. Если он видит, что преданный лицемерен, взамен на служение он хочет обрести материальные блага, хочет положение, денег, тогда Кришна обманывает его. Если Кришна видит, что мотивы служения преданного что-то от меня получить, он обманывает. Кришна обманывает такого преданного. Но когда же он видит простосердечного преданного, его сердце просто, как сердце маленького ребенка. Ребенок может спросить, дай мне луну, достаньте мне луну с неба, просит ребенок маму.
Рамачандра, Кришна, подобные лилы являли. Они плакали, смотрели на Луну и плакали. «Мама, достань мне Луну!» А мама говорила: «Подожди, сейчас достану». Так вот, те, у кого нет привязанности к материальным вещам, тем не менее, они глупы. Они смотрят, что другие просят, может, и мне попросить. То есть, на самом деле, сердце не осквернено. То есть, конечно же, оно осквернено, но имеется в виду, что оно нет вот этого лицемерия. Они из своей глупости что-то просят у Господа. В таком случае Господь и осознает, что его ответственность помочь такому преданному. Зачем я буду давать ему то, что станет причиной еще больших страданий для него? Лучше я наделю его нектаром. Даже мукти Кришна хочет дать преданным. Тем не менее, преданные не хотят освобождения. Зачем нам это освобождение? Что нам с ним делать? Мы хотим вечного служения. Если Бхагаван хочет дать какой-то из видов мукти, преданные не принимают его. Они отказываются и говорят, что нам не нужно ничего, кроме служения тебе. Один из видов мукти, саюджья мукти, очень опасно. Другие виды мукти приводят к жизни на той же планете, где Бхагаван, к обретению такого же облика, как у Бхагавана. То есть в этом нет особо ничего плохого. Но саюктия мукти — это соединение с телом Бхагавана, слияние с телом Бхагавана. То есть существует брама саюджи мукти — это слияние с сиянием, исходящим от брамы. После того, как вы оставляете тело, ваша атма сливается с имперсональным светом. Когда чакра снесла голову Шишупалы, его атма слилась с лотосными стопами Кришны. Атма — это даже душа, это своего рода свет. Тело — это не атма. Атма находится в теле. И эта самая атма может слиться с сиянием Брамы или слиться, или обрести Бхагавата Саюджу, слияние с Бхагаваном, и это крайне опасно. Бхагаван может дать такое освобождение, но преданные не стремятся к нему, не хотят этого. Это очень важные вещи, и не такие простые, которые нужно стараться понять. Вчера мы говорили о том, как Солнце приносит в пожертвование . То есть оно светит, сон аккумулирует воду, она собирается в тучах, и благодаря этим тучам, в конце концов, идет дождь, и орошение получает земли, и растет все необходимое для жизни человека. И в то же время солнце ничего не просит взамен. Такой урок почерпнул Аватхут, что не нужно ничего просить взамен.
Даже материальные пожертвования не должны быть корыстными. Если вы даете кому-то что-то, что-то жертвуете, в смысле, что мне нужно что-то взамен, это не является подлинным пожертвованием. Также я говорил, что даже в материальном мире существуют такие люди, которые делают пожертвования и ничего не ждут взамен. Я приводил в пример одного царя, который раздавал пожертвования так, что возвращался домой с пустыми руками. Он даже все свои одежды раздавал. Также мы рассматривали пример Бали Махараджа. Он негодовал, зачем тебе, Вамана Махарадж, три клочка, три куска, три шага земли. Я могу даровать тебе гораздо больше вещи. И когда он у него было такое настроение, он ощущал себя донором, то есть тем, кто может что-то пожертвовать. И с таким мышлением пожертвования не могут быть совершенными, потому что в нем присутствует ложное эго. То есть я считаю себя владельцем чего-то, чтобы и поэтому я могу пожертвовать. Но если разобраться, у нас нет ничего. Нам не принадлежит даже наше тело. Мы не можем забрать его с собой после того, как нам придется оставить этот мир. То есть ошибочно думать, что я могу что-то пожертвовать. Никто в этом мире не является донором. Никто в этом мире не является обладателем чего бы то ни было. Для того, чтобы сокрушить ложное эго Бали Махараджа, Вамана Махарадж, забрал все у Бали Махараджа. Благодаря этому он смог осознать, Бали Махарадж смог осознать, что ничто в этом мире не принадлежит мне. Ни мой отец, ни мать, ни дети, ни дома, ничто я не смогу забрать с собой, ничто я не могу назвать своим. Все, что у вас есть, все, что дано вам сейчас в этом материальном мире, вам придется за это отплатить, вам придется все вернуть, потому что ничего вы с собой не унесете. Бхагаватам описан один великий человек, который делал огромные пожертвования. Его звали Нигарадж. Он раздавал в пожертвования тысячи коров, которые были украшены. Были украшены драгоценностями. Он раздавал коров вайшнавам, браманам. Тем не менее, он неосознанно совершил одну ошибку. Он отдал в пожертвование вайшнавам и браманам коров, но получилось так, что одна из пожертвованных коров перебежала из гошалы одного брамана в гошалу другого брамана. И тот сразу же прознал об этом и потребовал корову назад.
А тот отказался, сказал, нет, она в моей гошале уже, значит, она моя. А тот настаивал, нет, это моя гомата. И так они начали спорить и пришли к Нигараджу, чтобы он рассудил их, объяснили ситуацию. Скажи ему, чтобы он вернул корову, которая убежала в его гошалу. Тот отказался. И Нигарадж не знал, что делать в этой ситуации. На самом деле, для того, чтобы вынести какое-то решение, необходимо подтверждение документальное. То есть, основываясь на документах, не было ничего задокументировано. В контексте этого я могу вспомнить одну историю своего детства. Однажды две женщины сражались за право называться матерью мальчика. То есть одна говорила, это мой сын, другая говорила, это мой сын. То есть произошло так, что женщина родила ребенка, а затем она вынуждена была куда-то уехать. И за ребенком ухаживала другая женщина. Потом она вернулась и потребовала ребенка назад. Тем не менее, та по определенным причинам не соглашалась вернуть. Они пришли к царю, рассказали всю сложившуюся ситуацию. Мать сказала, что я отдала ребенка на время, потому что не могла за ним присматривать. А та утверждала, нет, это мой ребенок. И царь не знал, что делать, то есть он был в замешательстве. Но он был очень разумен и принял решение. Приходите завтра, я разрешу этот вопрос. Когда они пришли, он сказал, давайте сюда ребенка. Взял мальчика и меч. Он сказал, вы обе спорите за этого мальчика, с кем он останется. У меня нет другого выхода, кроме как разрубить его на две части. Одна часть пойдет с тобой, а другая часть останется с тобой. И тогда настоящая мать заплакала, нет, это не мой ребенок, отдай ей. И царь сразу же понял, что да, вот это и есть истинная мать. Вторая женщина так не сказала, значит, у нее не было такой привязанности к ребенку. То есть настоящая мать была готова отказаться за ребенка, лишь бы у него отказаться от ребенка, лишь бы у него все было хорошо, лишь бы он остался цел. И поэтому царь принял решение отдать ребенка именно этой женщине. Но Нигарадж не знал, как разрешить сложившуюся проблему. Он сказал, зачем вы ссоритесь? Я могу 100 коров тебе дать за место вот этой коровы. Но тот настаивал, нет, мне нужна именно эта корова. И, правда, это была какая-то безвыходная ситуация. То есть саду Браман настаивал, мне нужна именно эта корова. И из-за того, что Браман, то есть Браман был очень расстроен. А когда расстроен Браман, результаты за это, то есть реакцию за это понес бы царь. Потому что он, Браман, расстроен из-за него. One kind of snack, like tukha.
It looks like crocodile. You have seen? One kind of special snack available here. It's just like crocodile. Crocodile, you can climb. But it is not actually crocodile. In flood time, when you have flooded, total Mayapur was flooded. 2,000 years. 2,000. I was there in Chaitanya. I was speaking Harikatha. That time is strong. Oh, big. But very poisonous. And Takha, В 2000 году Майпур был затоплен. Тут были особый вид змей, которые похожи на крокодилов. Очень-очень много змей. От Браджаваси я даже слышал, что там жил где-то Такша. То есть змеи, которые умели летать. Они предупреждали Браджаваси, предупреждали меня, будь осторожен, если змея полетит, она источает какой-то запах, какой-то ядовитый запах, вдохнув который можно умереть. Так вот, и Нигарадж, в конце концов, из-за сложившейся ситуации, понес ответственность за это и родился как змея, в теле змеи, как раз такой змеи, которая была похожа на крокодила. Особые разновидные змеи. Он стал жить в колодце. Его обнаружили родственники Кришны из династии Яду, и Кришна пошел в колодец, достали Кикаладжа, достали эту змею, вынесли из колодца. И как только он прикоснулся к лотосным стопам Кришны, он сразу же принял человеческий образ, опять стал Нигараджем. Кришна спросил, кто ты, что с тобой случилось? И тот сказал, возможно, ты слышал мое имя в списке великих людей, которые делали пожертвования, великих доноров. То есть тем самым Бхагаван на этой истории нас научил тому, что если мы что-то воруем у великих вайшнавов, нам придется страдать жизнь за жизнью. В конце концов, сам Бхагаван освободил его. Итак, Сурья Бхагаван учит нас тому, что если мы и делаем какие-то пожертвования, они должны быть бескорыстные. В то же время необходимо помнить о том, что пожертвования нужно давать достойным личностям. Если вы даете в пожертвование как пожертвование корову, например, какому-нибудь мусульманину, они могут зарезать ее. Таким образом, нужно правильно оценивать, кому и что давать. Итак, Солнце обучило меня тому, что пожертвования нужно давать от сердца и не ждать ничего в ответ. А если вы у кого-то что-то берете, нужно в 100 раз больше вернуть. Чему же научился в отход от Луны? Есть день, когда черная Луна, то есть мы не можем ее видеть. На следующий день мы видим маленькую часть Луны, затем она прибывает. Gradually,
и достигает полнолуния Пурнамаси. Но затем она опять начинает убывать до момента, когда станет не видна. Кажется, что Луны нет на небе, когда она не освещена, когда не видно. Просто потому, что она не освещена, ее не видно. Кажется, что Луны нет. Тем не менее, она находится на небе. И иногда нам кажется, что Луна действительно меняет свою форму, но она всегда полная. Разница только в том, как много она, насколько она освещена. И насколько она освещена, в соответствии с этим мы видим ее форму. Таким образом, глядя на Луну, я понял, что когда мы рождаемся, мы обретаем тело ребенка. Затем мы подрастаем, из младенца превращаемся в ребенка постарше, затем старше, превращаемся в юношу или девушку, достигаем зрелости, стареем и умираем. Из этого Аватхут Махарадж извлек важное учение, важный урок. Мы рождаемся, взрослеем и стареем, а в конце концов умираем. Тем не менее, на атму возраст никак не действует. У атмы нет возраста. Возраст действует лишь на тело. Если я спрошу, сколько лет вашему телу, вы скажете, не задумываясь. Но если я спрошу, сколько лет вашей атме, ответить вы не сможете. Потому что атма существует с незапамятных времен. Нет, в действительности, начала ее существования. Потому что если назначить какой-то момент возникновения дживы, это уже говорит о том, что она не вечна. То есть у нее есть начало, но атма вечна. У нее нет ни начала, ни конца ее существованию. Таким образом, Аватхут Махарадж извлек урок, глядя на Луну, что у атмы, у души нет возраста, лишь тело подвергается влиянию времени. Поэтому о чем нам плакать? Прабхупад говорит, если мы чем-то заболеваем, нужно воспринимать это как нечто благоприятное. Так же говорил и Вамана Госвами Махарадж. Я сам видел, как, когда заболел Сатья Говинда Махарадж, когда он оставлял тело, он смотрел, ни на кого не смотрел, смотрел куда-то вверх. То есть он был полностью сконцентрирован на лотосных стопах Гауранги. Он был далеко за пределами материальных концепций. Он не испытывал никаких страданий. Хотя он лежал,
Он был абсолютно безразличен ко всему, что происходило вокруг него. Он абсолютно за пределами телесных концепций, телесных ограничений. Таким образом, мы все должны выйти из-под влияния телесных концепций, выйти из-под за пределы тела. Поэтому Прабхупада говорит, что если вы заболеваете, надо воспринимать это как милость Бхагавана, потому что когда вы здоровы, это значит, вы можете делать все, что угодно, и из этого вы можете прекратить совершать баджан, отвлечься от него. То есть, когда есть здоровье, есть деньги, есть все, что угодно. Когда же здоровье ухудшается, мы можем осознать, что рано или поздно нам вообще придется оставить этот мир. И благодаря этому совершать баджан. Авамана Махараджа однажды сказали, он такой великий саду, но он же великий саду, почему он болеет? Авамана Госвами хорошо слышал эти слова и ответил. Болезни и здоровье относительно моего материального тела, но я не это материальное тело. Моя атма совершает баджан. Материальное тело не может совершать баджан. Оно либо болеет, либо оно здоровое. То есть, когда люди не понимают, почему саду болеет, почему он, казалось бы, страдает, как мы, они воспринимают, что это болезнь, плоды его кармы. Но если они так думают, значит, они глупцы. Они не знают, что сказано в шастрах. Никакая карма, никакие оковы этого мира не влияет на саду. На него не влияет его прошлая деятельность, то, что он делал прежде, потому что он вайшнав. Когда вы обретаете все больше и больше осознаний, благодаря Хари Баджану, то есть баджан мы совершаем при помощи атмы. Глядя на Луну, я понял, что тело не вечно, оно бренно. А обрести тело человека не так-то уж просто. Существуют лакхи, тысячи, миллионы живых существ. Но сейчас у меня есть человеческое тело, есть разум, руки, ноги. Если мы растратим его на то, что не связано с Харибаджаном, жизнь будет бесполезна. Девятый мой гуру, говорит Аватхут Махарадж, это
India, so many people. Calcutta, home to home, so many people. They are prisoner, prisoner, one time station. Голуби. Follow. You can find in any building. Grihastha, they are giving wheat and everything to grain. You can find some special part. Very nice. So, Avadhu Sannyasa speaking, my ninth guru is that prison. Девятый мой гуру — это голубь. Однажды я сидел под деревом и увидел над собой гнездо. Увидел там два маленьких птенца. В этот момент пришел охотник, увидел, что нет отца и матери этих птенцов. То есть они отложили там яйца, птенцы вылупились, и охотник забрался на дерево. И сбросил птенцов с гнезда. То есть они на самом деле, он вначале расставил сети, и как-то перевернул гнездо, так что птицы остались в этих сетях. Через какое-то время прилетела голубь, мать этих птенцов, и увидела, что ее птенцы в сетях. Она сама бросилась в отчаянии к птенцам и угодила в сети. Через какое-то время прилетел их отец, тоже стал искать, где моя семья. Он увидел их и, пытаясь помочь им, сам также запутался в этих сетях. И тот охотник собрал сети и понес всех вместе домой. Авадхут Махарадж заключает, что таково состояние этого мира. Эти голуби — мой гуру. Они учат нас, каков результат слишком сильной привязанности. Итак, любая материальная привязанность доставит мне проблемы. Тем не менее, если у нас будет привязанность к гуру и вайшнавам, или как у мамы Ишоды, привязанность к Кришне, когда мама Ишода увидела, как Кришна скрылся под водами озера, где жил Калия, она была в отчаянии, она хотела броситься к нему, хотела умереть там вместе с ним, хотела как... Из-за чего? Потому что у нее была такая сильная привязанность, и... но Ананда Махараши остановил ее. Через какое-то время Кришна вышел из воды, целый невредим. Так вот, если, конечно, привязанность к материальным
людям. Внешне выглядит, что кама и према — это одно и то же, так же, как материальная привязанность к кому бы то ни было и привязанность к вайшнавам или Кришне. Тем не менее, это точно так же, как кажется, что гопи испытывают каму по отношению к Кришне, они испытывают прему, потому что их тела трансцендентные. Когда тела оставлены, и атмы, то есть, допустим, отец и мать умерли, когда вот эти атмы уже покинули свои тела, и уже никак не определишь, кто из них отец, а кто мать, мы отождествляем всех по телесной концепции, кто есть кто. Сегодня вечером мы продолжим говорить об этом, чтобы прояснить этот вопрос, и чтобы мы перестали быть привязанными друг к другу, чтобы мы осознали, что мы есть чинмоя, что, казалось бы, наши тела... Мы поговорим о том, что есть кама, а что есть према. You can remember Nidraya Hyate Naktam Bhavai Nachavavai Divacha Arthaya Rajan Kutumba Bharani Nava Nidraya Hyate Naktam Bhavai Nachavavai Divacha Arthaya Rajan Kutumba Bharani Nava Afternoon time I can clarify from Vedanta. I can give examples so that you can приведу примеры из Веданты, чтобы ваша вера утвердилась.